Тимуру попрошу. У меня нет я поэтому дал тебе сегодня. Бумажные носители неудобны для распространения. И вообще их таскать с собой. Звуковой, пассажирский? Реактивный. Реактивный? Что это такое реактивный? Ну, я не знаю. Сверхзвуковой, по всей видимости. Да нет. Потому что реактивных там много. Нет. Да, вот начали с пытами буквально. Так? У них двигатель одноразовый. Да ладно, да. Он же приземлился и снова взлетел. Здесь нужен прямоточный воздушный реактивный двигатель. Это модель. Они умеют копировать аэродинамику, а пока у них нет.
Yeah.